Сегодня наш день начался с First Track. Это самый ранний выход на склон, 8 часов утра. Мы первые на подъемнике и, соответственно, мы первые и единственные на склоне. Вон какая красота! Все время забываю, как называется это явление. Вот этот светящийся диск вокруг солнца. Народа сегодня тьма, я сфотографировала Талию. В январе, когда мы катались, было значительно меньше людей, и снег был значительно более приятный по своим качествам. Сейчас только 11 часов утра, а уже куча соскобленного снега, куча бамс. В общем, удовольствие, так скажем, среднее. Вера, тебе как сегодня катается? Не очень, но круто. Не очень, но круто. И мы ждем, не дождемся пиццы на ланч. Мечтаем о ней. Это лучшая пицца ever. Суп был очень вкусный, правда. Мамочка. Я скоро буду спать. Я тебя люблю, мамочка. Понаблюдаем за маленьким самолетиком. Этот аэропорт является одним из 10 самых опасных во всем мире. Достаточно короткая взлетно-посадочная полоса и обрывается в никуда. Пожалуйста. Взлетай. Хорошего полета. Лера, ты первая! Да. Очуметь! Я сюда приезжаю кататься уже лет 12. Ну, а Лера, соответственно, только лет 6. И мне сегодня Лера показала эту потрясающую дорожку среди леса, которую я даже не подозревала. С возвращением нас домой! Вот так вот выглядит номер, когда кроватка не разложена. Столик, оказывается, стоит здесь, посередине гостиной. Где Лерка? Где Лерка? Точно дома. Как красиво, солнцем залитая спальня. Мишка, Миша, ты ожидает Леру. Ты заценила своего нового друга? Я ничего вчера не заценила. А сейчас заценишь? Вон какой красивый вид из окна. Настоящая зимняя сказка. Мы с Лерой после каталки пошли на шопинг и отправились не абы куда, а в аптеку. И накупили столько всего, что получили гору подарков. Вот. Вот мы купили вот этот набор кистей, щеток. Наконец-то у меня такие будут. Буду экспериментировать. И вот такую вот мочалку. Об этом надо вытирать кисти после каждого использования. И получили в подарок вот такую сумочку. Полезный горшочек. В детский сад классно с такими ходить. Или на занятия с детьми. И там две косметички. Что это такое, Лер? Pure Attitude Balm de Montage. Супер. И вторая косметичка, где тоже очень красивая. А что внутри? Такая цветочная-цветочная. Много штучек. Всякие пробнички с ислой. И вот еще наши аптечные покупки. Купила себе новую щетку для волос. Когда-то подобной пользовалась, но уже потеряла и забыла, каково это было. Купили кондиционер для волос и шампунь для Леры и для меня. Мне посоветовали вот эту вот маску. Сказали, что она спасет мои волосы. Hair Ritual by Sisley.
так вот. Что еще там? Также от Сислы. А, шампунь или что это? Это кондиционер и от Сислы же шампунь, соответственно. А это, по-моему, маслица на кончике волос. Или что это? А, вот это как раз шампунь. Как я? Хорошо. Что, это ко мне помадка? Ой, какая красота. Ура! Я добралась до спа. Кстати, второй раз на этой неделе. Помните, я недавно была на тайском в Москве. Сейчас мне предстоит 1,5-часовой массаж, что очень удобно и приятно. Мы должны сюда прийти. На улице джакузи. У Леры родители просто кидаются, лопаются, уже идут по швам трескаются. У Леры скромная тарелочка макарончиков с сыром. Медитация и осознанность позволяют улучшать состояние сети выявления значимости, которая отвечает за переключение между дефолт-системой и центральной исполнительской сетью. Сама центральная исполнительская сеть улучшает свою работу, у вас улучшается эффективность вашего мышления. В случае, если вы используете правила цифровой гигиены, которая сейчас должна уже стать нормой жизни, и, наконец, для того, чтобы ваша дефолт-система, которая отвечает за мышление, работала лучше, вам необходимо...